Всем здорово, многие просили установить автобус в GTA 5, поэтому сегодня я покажу, как установить PAZ 3205. Вот такой вот у нас автобус. Давайте перейдем к установке, нажимаем кнопку «Загрузить». Скачиваем с сайта gta5mods.com, это официальный сайт. Вирусов тут нет, поэтому можете спокойно скачивать. Скачали наш файл, открываем. Вот наш файл, model, это сам автобус. Да, мы будем устанавливать способом replace. Тут написано тур автобус. Как я и догадывался, у нас будет замена на вот этот тур автобус, турбас, который стоит, кстати, возле кинотеатра там. И вместо вот этой машины будет у нас, получается, пазик. Вот этот, который мы установим. Открываем наши файлы. Давайте сразу откроем Redmi. И сразу откроем Model. Теперь нужно открыть Open 4. Открыли Open 4, нажимаем Windows. Установка Open 4 очень простая, поэтому ссылку на все я оставлю в описании, заходите и скачивайте. Открыли Open 4, нажимаем редактирование, да. Устанавливаем ASI Manager. У вас должно быть все установлено, как у меня. Закрываем. Теперь переходим по пути Update, XC4, dlc.rpf, находим patchday3ng. Вот у нас, пролистываем вниз, и у нас здесь patchday3ng. Нажимаем. Далее dlc.rpf. Здесь ничего нажимать не нужно, не копировать, не показать. Переходим в x4, levels, gta 5 и vehicles.rpf. Все, открыли наш путь. Теперь открываем наш файл с машиной. Вот у нас три файла. Еще раз покажу, как зайти. Вот у нас файл в начале. Нажимаем Model. И вот эти три файла нужно выделить. Зажимаем LKM. И переносим все вот сюда. Все. Перенесли. И пазик наш установлен. Можно это все закрыть. Нам уже Open 4 не нужно. Убрать редактирование. Все закрыть. И теперь зайти в GTA 5 и проверить этот пазик. Зашли в GTA 5. Теперь нажимаем кнопку F8. На F8 у нас открывается меню тренер. Как установить меню тренера, у меня есть видео на канале, так что ссылку я оставлю в описании, можете заходить и устанавливать, потому что с машиной меню тренер не устанавливается. Просто некоторые пишут в комментариях, почему у меня на F8 ничего не работает, вот я и сразу объяснил вам. Также я оставлю ссылки в описании на различные ошибки, которые я записывал, потому что в комментариях пишут, там у меня какая-то ошибка, вылетает, бесконечная загрузка, поэтому я сразу все в описании закину, напишу, можете спокойно смотреть и разбираться. Там несложно на самом деле исправить эти ошибки. Переходим по пути Vehicle Options, Vehicle Spawner, Favorite, Add New Vehicle Model. И чтобы не искать по городу, я решил добавить ее сразу в меню тренер. Пишем Turbus, нажимаем Enter, тут у нас сразу переводится экскурсионный, это значит автобус. Добавляем его в список, нажимаем Enter. И вот у нас вместо этого автобуса PAZ 3205. Вот такой у нас автобус. Ну, чисто маршрутка в России. О, на нем даже наваливать можно по снегу. Дрифт-пазик получается у нас. Заднеприводный. Нормально. Так, фары работают хорошо, мне это радует. Давайте попробуем затонировать его. Мне интересно, как будет пазик тонировки. Меню кастом заходим. И стекла. Ага, стекла у него не тонируются, ну, в принципе, логично. Ага, у него вообще тюнинга нету. Двери можно что-то сделать, открыть, я так понял. Кстати, двери работают исправно, да? Ну-ка. А, вот так вот они открываются, ну понял. Кстати, как вы заметили, у меня в GTA-шке снег. Давайте я покажу, как это сделать. Нажимаем F8, переходим по пути Weather Options, далее пролистываем вниз. И где Snow on Terrain... Это у нас снег. Если у вас зеленое, это значит включено. Если красное, это выключено. Вот так вот я быстро поменял время года. Нажимаем, и у нас снег. Также можно сделать снежную погоду. Где написано Snow, у нас вот такая вот зимняя атмосфера. Падает снежок и белый пазик. Давайте я сейчас доеду до того места, где, получается, спавнится этот турбаз. Ну, уже не турбас, у нас это уже пазик замененный. Так, мы подъезжаем к тому месту, где должен быть наш пазик. И вот такие у нас два пазика. И там сидит NPC, потому что это моделька Replace. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте писать в комментариях, какой мод или какую машину установить мне на GTA 5. Спасибо за просмотр. Всем пока, до скорых встреч.